Вас приветствует автосалон столицы. В продажу поступил автомобиль. Это Hyundai Solaris 2014 года выпуска с объемом двигателя 1,4 литра на механической коробке передач. Салон очень чистый и ухоженный. Нигде абсолютно ничего не затерто, никаких дыр. На пластике ни царапинки. В общем, состояние очень достойное. В комплектацию у нас с вами входят 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом, мультируль, обогрев передних сидений, кондиционер, обогрев зоны дворников, штатная мультимедиа. На данный момент автомобиль запустили. Как видим, на приборной панели никаких ошибок абсолютно не горит. Мотор работает ровно, пробег составляет 107 тысяч километров. Также стоит отметить, что у автомобиля всего лишь один единственный собственник, и кузов весь в родной краске. Всех, кого заинтересовал данный автомобиль, контактную информацию с телефоном и адресом вы можете узнать в объявлении.